Сейчас я вам покажу комплекс упражнений для поддержания себя в форме, которые вы можете выполнить дома вместо утренней разминки. Перед каждой тренировкой мы должны разогреть свои мышцы. Предлагаю вам начать тренировку и разогреть мышцы своих стоп. Делаем круговые движения по часовой и против часовой стрелке. При этом мы можем взять руки в замок и разминать их тоже, делая тоже круговые движения. Дальше мы переходим к голове. Делаем круговые движения. Руки можно поставить на пояс или держать как удобно. Дальше переходим к рукам. Делаем круговые движения по часовой и против часовой стрелке. Дальше у нас идут наклоны в сторону. Руки скрещены, и потом переходим в такое положение и наклоняемся вниз, переходим в исходное положение, руки на талии. Повторяем 5 раз и можем сделать второй круг. Дальше мы переходим к выпадам в сторону. Руки держим как вам удобно, не принципиально. Дальше будут выпады вперед и назад, руки тоже как вам удобно. И все с другой ноги. Теперь мы приседаем, поднимаем ногу и касаемся рукой. Дальше мы делаем выпады в бок. На этом наша верхняя разминка закончена. Можно переходить к разминке на полу. Во время исполнения каждого упражнения не забывайте о правильном дыхании. После каждого упражнения делайте маленькую передышку. Сейчас мы с вами переходим на пол и начинаем разминку на полу. Ставим руки около себя и натягиваем, поднимаем носочки на себя по очереди. Дальше, чтобы поддержать свой пресс, мы поднимаем ногу вперед и уводим ее чуть-чуть в сторону. При этом спину держим ровно. Кто у кого получается легко, держите руки вот здесь. Дальше мы сгибаем с вами ножки и садимся в позу бабочки. Стараемся опустить свои коленки на пол, чтобы у нас была хорошая выводность. Сидим так секунд 30. Дальше мы берем ручки и наклоняемся вперед. При этом ноги мы стараемся опускать на пол. Если у вас ноги обычные, вы двинете чуть-чуть ноги вперед и стараетесь опустить коленки на пол. Дальше мы вводим ногу в сторону и делаем наклоны к правой ноге. Ставим ножку на коленку и пытаемся дропнуть на пол. Лишь здесь я проводим другую ногу. Так как мы разогрели все мышцы, можем переходить в наш шпагат. Ставим коленку, вводим его вперед и раздвигаемся.
садимся на шпагат. Наклоняемся вперед и сидим. Также делаем другой выход. Дальше мы встаем. Садимся во второй позиции. Открываем опять связки. Можно переходить с одной ноги на другую. Дальше опять садимся на пол, берем ножку за носочек и ставим в такую позицию. Пяточки стараемся направлять вперед. И так сидим. Все, на этом наша разминка.